Так, а пока сидим, есть время немножечко поговорить. И тут вот задали вопрос про связь. Какую использовать связь в Европе, какую я использую. Ну и вообще, какие есть варианты. Короче, когда вы приезжаете в Польшу, да, ну сначала в основном все покупают какую-то польскую симку. Там Play, Orange, Люка Мобайл и так далее. Там есть тарифы, которые подходят для связи в роуминге. Единственное, что их нужно заранее активировать, эти тарифы, потому что если их не активировать, то, скорее всего, где-нибудь находясь в Германии или во Франции, вы тупо останетесь без интернета. По стоимости где-то в районе 30 злотых. Сколько это там? Ну, меньше 10 евро, 7 евро где-то, да, получается, 7 евро. В среднем на них там есть 5-6 гигабайт интернета, который можно использовать для роуминга. Ну, в роуминге можно использовать. Ну, 5-6, на самом деле, это для тех, кто, ну, особо не пользуется интернетом, там только картами. Ну, и, в принципе, все там, просто попереписываться где-то в мессенджерах, там все этого вполне хватает. Для более продвинутых, скажем так, юзеров мобильных телефонов, кто без интернета жизни своей не представляет, есть на выбор две компании, предоставляющих такую связь. Это либо Free, французский Free, либо это испанский Vodafone. Фришку купить можно, насколько я знаю, только во Франции. Мне кажется, заказать ее, по-моему, нельзя. Но я могу здесь ошибаться. Может, меня кто-то поправит в комментариях. Я там в закрепленном посте, ну, оставлю, как бы. То есть там пишите все, что вы знаете про связь, потому что, ну, может быть, я где-то допускаю какие-то неточности. И, собственно, стоит что одна, что другая по 20 евро. В чем разница? Французский Free привязывается автоматически к банковской карте. Там 25 гигабайт интернета в роуминге, но там есть еще 100 гигабайт интернета по Франции. То есть, если вы частенько возите грузы во Францию, ну и там по французам катаетесь, то, конечно, достаточно, ну, выгодное предложение. Но минус в том, что даже если вы уехали домой и вы не пользуетесь картой, ну, не пользуетесь сим-картой, 20 евро с вас все равно спишется, потому что оно автоматически к карте привязано, как ни крути. У испанского Vodafone нет таких привязок к картам. Тоже стоит 20 евро. 25 гигабайт интернета дается, ну, везде, что по Испании, что по всей Европе. Пользоваться можно, точнее, купить симку можно и в Украине, я знаю, через интернет разные сайты заказывают, и заказывают в Польше через OLX, через Allegro сайты с доставкой. Ну, разные варианты, то есть можно практически везде ее купить, активировать через интернет и пользоваться. Вот, я пользуюсь именно такой сим-картой Vodafone сейчас. Ну, в принципе, удобно. Сейчас у них еще новогодняя акция какая-то была, вот сколько, почти 2 или 3 месяца. Когда пополняешь счет на 20 евро, дополнительно к тем 25 гигабайтам еще дают 15. Но так как у меня вот деятельность на YouTube, тут Instagram, какие-то различные прямые эфиры, мне, конечно, маловато. Я искал еще варианты разные. И наткнулся на английского оператора Voxi. Я эту сим-карту еще не купил. Я ее, наверное, буду в следующую каденцию заказывать. Сейчас уже, наверное, нет смысла ее заказывать. Фишка в том, что там за те же 20 евро дают уже 40, по-моему, или 45 гигабайт интернета. И к ним они еще добавляют безлимитный трафик на социальные сети. Такие там на YouTube, на Instagram, на Telegram, еще на какие-то. Вот. А так как я
сам много YouTube смотрю, и в Телеграме тоже, там и киношки в Телеграме, и музыку всякую слушаю, и куча всего. То есть я постоянно пользуюсь этим интернетом. Наверное, я буду все-таки заказывать такую сим-карту и пользоваться. Но в дальнейшем я о ней расскажу, как она у меня появится. Но пока я пользуюсь испанский Vodafone. Купил его в Испании, когда ездил на бусике, был в Испании и зашел в торговый центр, просто нашел салон Vodafone и симку там купил. В принципе, никаких сложностей, ну, в этом нет, просто по паспорту и все. Есть единственная сложность — это скачать приложение, вот это вот мобильное, через которое пополнять потом счет и так далее. То есть там фишка в том, что если у вас ваш Play Market привязан там к вашей стране, там к Украине, к России, к Белоруссии, то не скачаете. То есть там нужно либо завести еще один аккаунт, либо ваш аккаунт перевести на Испанию, ну, страну в настройках, и только после этого появляется приложение в магазине, можно скачать и пользоваться. Вот такие дела, все, что касаемо связи.